Всем привет, ребята! Значит, еду сейчас вот на велосипеде и хотел вам показать велосипед Старшосе советского производства, сделан на Харьковском заводе. Хотел вам показать, вот как тормоза. Видите, ручка болтается. Вот, эта ручка болтается, и во время движения она подгремливает. Я что делаю? Это у меня недавно стало происходить. Сейчас тут проедет машина. Значит, что я делаю? Я прям во время движения вот так вот нажимаю, видите? Значит, вот эти клещи, вот так нажал, и они разошлись, тросик натянулся, вот, и ручка перестала болтаться. Ну, тут две причины. Либо зацепляет друг за друга тормоза, либо вот этот тросик немножко на излом. Вот. Первым делом я сейчас попробую перекинуть тросик на место. И тогда посмотрим. Немножко я подремонтировал свои тормоза. Вот они. Что произошло? Я вот эту проводку, или как, рубашку от тросика тормоза, он у меня был пропущен вот здесь. И как бы немножко, когда входил вот в этот... Не знаю, как его правильно назвать, в направляющую вот в эту, вот здесь небольшой перелом был. И когда я сжал на тормоза, вот так вот, раз, нажимаю и отпускаю. И пружинка, вот эти пружинки на тормозах, которые оттягивают назад клещи, они как бы в конце уже не такие сильные. И вот этот перелом вот в этом месте или вот в этом месте, им не хватало дотянуть. А когда я пробросил тросик уже более, так сказать, с мягким перепадом, то есть не с изломом, у меня пружинки на клещах, вот видите, им хватает мощности, чтобы оттянуть назад, ну, тормозную ручку. Теперь она у меня при езде вот здесь вот болтаться практически не будет. Ну и все. Вот таким вот нехитрым способом, то есть перекидкой тросика, я решил свою проблему. Хотя изначально я думал, что мне придется разбирать, здесь выкручивать болты. И из-за того, что у меня клещи вот так, видите, немножко болтаются, они подклинивали. Мне казалось, что они здесь подклинили. Но подклинивали они, я говорю, еще в первую очередь из-за этого тросика. Потом, забыл я сказать, вот эта скобочка, вот, надо, чтобы направляющая, видите, тросик, как можно точнее попадал в центр. Я ее немножко подогнул, подрегулировал. Не знаю, надолго это хватит или нет. Но будем надеяться, что надолго. Вот смотрю, отклеивается... Наклейка красивая вот эта 90-х годов. А у меня 1980 года Старшосе. Так там наклейка такая алюминиевая, металлическая. На заклепочках накладка. Все. Регулируйте тормоза Старшосе. Ну, про сами резиновые вот эти накладки я рассказывать не буду. Работают нормально. Тормоза все крутится, вертится. Значит, сами по себе тормоза, они саморегулируются. То есть один раз нажал, здесь вот раз, выправилось вот на этом болтике. И все, тормозит. Все, спасибо всем за внимание. Не так уж это, видите, видео-то недолго идет. Ну и точно так же и регулировка. Вот этот болтик и гаечка, которую я, собственно, откручивал на 10. А вот здесь вот, вот этот регулировочный, ну, я считаю, вот это для натяжения нужно. Вот эта трубка направляющая. Здесь гаечка на 8, а здесь от руки крутится. Всем пока. Регулируйте тормоза на своих Старшосе древних.